Вперед, Артём! Пускай. Тут планировку пытаются делать. Пойдем, подойдем поближе. Тогда вставлять. Так, что тут происходит? Что тут происходит? Да, какие работы? Что тут будет? Вот здесь именно? Именно вот тут всего, вот в этой окружности. Ну, леса. В окружности это будет парк. Парк. Парк будет. Парк, ясно. А что вы именно делаете вот сейчас? Подготовку какую-то? Сейчас вот мы делаем дорогу. Там будет двухметровая брусчатка. Дорога до... Значит, до выхода. До выхода. До выхода. До выхода. Здесь будет летний кинотеатр. Здесь. Именно здесь. Именно здесь. Так. А что будет вот, например, с этим вот озером? Вот с этим болото? Озером. Это не болото, это озеро. Тут, ну, тут рыба водится. Ну, здесь будут чистить. И здесь будут чистить. И утиное вот озеро. Утиное озеро обязательно вокруг будет. Значит, а вот чистить. Подождите. Площадка будет. Там, значит, по всему парку будет освещение, по всему парку будет видеонаблюдение. А что еще именно тут спортивные площадки будут, волейбольные, так, баскетбольные, теннисный корт будет, а основные дороги будут асфальт для МЧС. Не дай бог, если пожар или что-нибудь, в общем, ну все это. А плохо будет? А мне кажется, еще будет больше безобразия. Как безобразие? Наркоманов и так хватает. Больше Я здесь работаю, а вы знаете, сколько наркоманов приходит и уходит? Сколько наркоманов ходит? Много. Здесь притом приносят, уносят. Да. Мы здесь живем с 72-го года. 72-го года. Лес рос вместе с нами. Смотрите, какая грязь. Смотрите. Знаем, если, что грязь. Если здесь будет охрана и все будет чисто плохо. Посмотрим, люди... что будет. Посмотрим, что будет. Нет, нам просто стало интересно, почему так вдруг без всяких вывесок, без всяких... А кто говорит, вывесок нет? Там, вон там вывесок. Ну, извините, мы вот туда не ходим. Здесь нету ничего. На входе здесь нету вывески. Везде. Например, ведутся такие-то работы в связи с реконструкцией, например, леса. Так. Вот. Итак, мы сегодня посетили наш лес, прилегающий к городу Дзержинску по улице Терешковой, в которой находится лесопарковая зона, где Утиное озеро, гипермаркет «Карусель», если кто знает. Вот. Я думаю, все уже его знают. Про это озеро уже не раз писали, про это озеро не раз говорили. Вот. Я песни сочинил, сколько песен сочинил, и про лес, и про озеро. Вот. Но хочу сказать одну вещь. Мы сегодня заметили то, что здесь ведутся земельные работы, вырубка некоторых деревьев и, так скажем, планировка идет в последующей форме такой. В некоторых местах обозначено, где все. Вот. Ну, скажу что, со слов, кто тут работает, работники, со слов... Кто здесь, значит, руководить этими строительными вещами, что якобы тут все будет хорошо. Хорошо. Ну, если это так, то ради бога, пускай сделают хорошо, но не трогайте деревья, которые еще могут расти и жить, и приносить пользу. Вот. А пользу они приносят для нас, для людей. Вот. Это раз. Мы сегодня уже заметили, как КамАЗ вывозил березку хорошую, молодую, вырванную с корнем. Вот. Но это ладно, это не беда. Может быть, где-то она и помешала в чем-то. Но хочу сказать, администрации Дзержинска, обратите внимание, чтобы после тута не началось слишком такого волнения народного. Потому что здесь многие уже недовольны, что задумали строить какой-то здесь значимый парк. Он и так был парком народным для людей. Если тут будет бизнес, то мы этому против.
потому что коммерция тут не нужна в этом лесу, ни в коем разе. Тут люди гуляют, и все. Прогулочное место. Небольшое, но прогулочное место. Люди ходят, гуляют. Тут даже грибы, ягоды растут и все прочее. Не есть декоративные растения какие-то. Вот. Я не раз говорил про эти вещи. Так что пока анализ мы не проведем, ничего пока не узнаем, что тут вообще на самом деле будет. Вот. Чувствуется, что близится здесь коммерция. С таким коммерческим уклоном. Это все идет. Больше никак нельзя назвать. Вот. Хотя, если сделают все по-хорошему и нормально, и не будет тут никаких ни наркоманов, никаких тут бомжей и что, все прочее, которые тут только обсирают лес и больше ничего. Вот. Сделают по-хорошему, охранную зону еще добавок сделают, значит будет хорошо. А если охраняться этот лес не будет, ну что скажу. Будем поглядеть. Всем пока-пока. С вами был Алексей Доктор Леший.